Старль Сушлочная! Так, убив предыдущего короля. Ты его знал. Алвис, добрый человек, доверчивый. Он поверил этому узурпатору, Хрольфу? Нет, он верил мне. Это я купец. Я поверил Хрольфу. И теперь жаждешь мести. Это опасный путь. Кто бы говорил? Я в этом деле разбираюсь, так что лучше бы ты послушал.
Вон там появилось рунное слово, видишь? Суна. Начальнику нужны все линдвурмы, которых ты нашел. Так что давай, звони уже. О, боги! Здравствуй, Рототоск. Мастер Кратос. Вы сделали для девяти миров то, что я даже не мог себе даже вообразить. Заверяю вас, мастер Брок безмерно вами гордился бы. Пусть его похвала и звучала обычно как бесконечный поток сквернословия. О, как же его не хватает. Да, это так. Случилось одно интересное событие, о котором я хочу вам рассказать. Взрыв Асгарда потряс мировое древо до самых корней. И оно сбросило множество семян. Я подумал, они вам пригодятся. Расценивайте это как «спасибо, что смерть в огне меня миновала». Не за что. Вот что я нашел. Какие буйные ребята! Все малыши наконец-то под защитой и в новом доме. Я вам так благодарен. Достойная работа, уважаю. Ты искал потомство дракона. Зачем? А, чтобы избавиться от гнета одиночества, конечно. О, какая удивительная откровенность. Обычно я не так откровенен, но, видимо, вы объяснили невротику, что надо, как это, не обращать внимания на то, что о тебе думают, да? Так что разок проявлю перед вами свою слабость. Нужда в близких не слабость. Ничего себе! Я никак не ожидал подобной эмоциональной чуткости от... вас. Мне все равно. О, да. Как мы славно поболтали. Ну ладно, что еще, друзья? А вот эти призрачные белки, твои чувства принимают форму маленьких призраков? Полагаю, это не самое изящное объяснение. Мои спектральные проекции – грани моей личности, которые я нахожу раздражающими. Я могу не только выпустить их, чтобы на время обрести душевную гармонию, но и благодаря им узнать, что творится за пределами древа. Почему самому не посмотреть? Я его вечный хранитель и не могу покидать его ветвей. Взамен я получил в свое распоряжение бессмертие и все такое. Спектральные проекции позволяют мне наблюдать за миром, причем с весьма любопытных точек зрения. Звучит здорово, но злющая проекция тебе не очень удалась.
Я прямо здесь, ты, Чурбан! Я могу извиниться, но что это даст? Ну, я вас оставлю. Ах, да, мы закончили, да. Все, это конец. Это пригодится. Неплохо ты потрудился, Рагнарёк. Жаль, я не видела, как вы с Синдри разобрались с Тором и Одином. Все было не так. Может, и не так, но мне нравится это воображать. Самое главное, что Один сполна заплатил за то, что сделал с Броком. Знаю, это ничего не исправит, но все же... Еще острее, чем было. Госпожа? Сейчас будет магия. И все это мне одной? О, чем я могу помочь богине? Итак, Ванахейм. Похоже, Сив убедила старого кабана укрыть беженцев асов. Идея была его. Да? Чтобы помирить асов и ванов. Гениально! Негодяй, должно быть, пытается обойти меня в дипломатии. Он хотя бы не уговаривает ее выйти замуж, как сделали бы иные дипломаты. Пощечина, но заслуженная. Обращайся.
Да. Это разрыв между мирами. Мы его закроем? Почему Хильдисвини не замерз в Хильхейме насмерть? Он же Йофр. Вепрь-оборотень Ванахейма. Они мудры в интригах и смертоносны в бою. Значит, они могут обернуться кем угодно? Ну да. Хотя предпочитают облики людей и кабанов. Кажется, я вижу еще один обломок. И отряд инхериев, с которыми придется разобраться. Жду твоего сигнала.
сзади! Осторожней, брат! Это биврёд! Лечится! Рада, что мы можем помочь Эйнхериям. Пусть даже они будут нас ненавидеть. Теперь им не нужно все по смерти служить жестокому богу. Верно. О безопасности. Здесь все время Кратос, должно... на... Фрейя, с возвращением. Мимир. Леди Сив. Фрейя. Эта встреча много значит для нас. Первая из асов, пришедшая к нам с миром. Ты что, серьезно? Но много значит и то, что Ванна умеет прощать. Мы понимаем, Асгард — это не только Один и Энхири. Если они помогут нам, мы им только рады. Асы и Ваны живут вместе. Не думала, что это возможно. Немалую роль сыграло то, что у асов не было особого выбора. О, Мимир, как же я счастлива жила целую сотню зим без твоей бесконечной болтовни. Что ж, простите, госпожа. Сотню зим терпеть треп Мимира при дворе? Лучше бы меня изгнали. О, это точно. Был один случай. Какой? Любопытно. Что же, кажется, тут все под контролем. Связи налажены, все отлично. Может, мы не будем им мешать? Давай еще раз. Где вы? Размещать поля и зернохранилище. Мы здесь таким не занимаемся. Этот мир дает нам все, что нужно. Но если суровая зима, если еда испортится. Поголодаем. Сделаем выбор. Если бы ты не сожгла фрейра, который хотел тебя научить... Не я подожгла этот огонь. Я могла только смотреть. Даже после смерти Одина его решения продолжают отзываться. Мы справимся.
Осторожно, сзади! Вообще обломков Асгарда. Это же был целый мир. Работенка как раз для нас. Huh!
Вон там! Это, наверное, последняя яма. Никакой Герты. Меньше проблем. А они были? Нет, конечно. Ведь со мной ты, могучая гора мышц. Алка!
Явно не здешние работы, но уверена, заточить их я уж всяк сумею. У меня лучший товар. Обстановка накаляется. О, уже уходите? Может, поговорим?
Могила злобного берсерка.